Привет, любители страшилок, с вами Джексон, и мы возвращаемся с вами в прохождение подвала бога. Это у нас третья глава, мы оказались запертыми в каком-то непонятном помещении с кодовым замком. Двери не открываются, обратно двери не открываются, и здесь тоже ничего не открывается. Джеймс, прошло немало времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз. К этому моменту у тебя должно было сложиться некоторое представление о том, каким были твои отношения между твоей бабушкой и родителями. После несчастного случая их отношения стали крайне напряженными. И учитывая контекст ситуации, понять это было несложно. Твои родители нуждались в пространстве, чтобы пережить свое горе. А твоя бабушка, страдавшая чувством вины и одиночества, нуждалась в прощении и поддержке, которые не хотели дать ей твои родители. Обещаю, мы скоро доберемся до твоей роли во всей этой истории. Чтобы немного утолить твое любопытство, я расскажу тебе один маленький факт о подвале Бога. Подвал Бога — это место, созданное для размышлений над своей прошлой жизнью. Это утверждение может показаться тебе слишком широким, но когда ты продолжишь свое путешествие, я расскажу тебе больше. Что касается этой зоны, здесь, кажется, есть закрытая дверь с кнопочной панелью. Уверен, ты справишься. Скоро увидимся. Удачи. Так, это, походу, комната опять, в которой нужно угадывать прям случайные числа. Я не знаю, что здесь вводить. Вообще не понимаю. Сколькизначный хоть код-то? Любой. А, четырехзначный. Окей. А какие четырехзначные числа у нас были в этой игре? Я вообще не помню. Записывать мне, что ли, это? Хотя я записываю же. Ну, в плане видео. О! Сука. Я думал, она будет закрыта. Ладно, вперед. А, фонарик, фонарик. У меня же есть фонарик. Бабуль, не выходи на меня, пожалуйста. По крайней мере, резко очень. О, аж поджилки трясутся страшно. Серьезно. Я не люблю вот такие атмосферные игры. Ну, в смысле, не люблю в хорошем смысле слова. То есть хоррор не должен пугать какими-то скримерами или еще чем-то. Скример в первую очередь должен пугать атмосферой. Блин. Вот этот фонарь. Нахера ты погас мне? И чё? И вот что? Где я должен увидеть какой-нибудь код? А. И чё это? Ну здесь пятизначный код. 16936. Запомнили? Окей. 16936. Но это единственный предмет, который хоть сколько-то выбивается из общего наполнения. 16936. 16936 или 1654. 16. Давайте попробуем. 16936. Бежим! Бежим, 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 бежим. Бежим, убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. Закрываем дверь. Отлично. Так. 16936. Так, окей. 1654. Тоже не то. Так, окей. 6. Да, отвали. 6936. Да нифига. Окей, ну подсказка где-то вот там. Ну где конкретно? Я что-то, слушайте, вообще не понимаю. Ну это был на складе, это был единственный предмет, который хоть как-то... Который хоть как-то может подсказать числа. Или что, мне вот эти числа перебирать? Или вот там, может, на серенькой полосочке? Нет. 16, 54.
4 мы тоже попробовали, нифига. 6936 мы попробовали, тоже не подходит. 3654 попробовать. Хм. Но здесь больше нет ничего. Вообще, а вот еще кусок. А, их надо собирать. Ёперес это. А я что-то сразу и не понял. Так, опять какие-то звуки. Я надеюсь, я не один их слышу, и вы слышали их тоже. Бабка, не ходи сюда. Все понятно, я не заметил, кстати, да, что их несколько. Ну, имею в виду кусочков газеты. Так, вот. А, вот. 09.11. Окей, ну давайте соберем тогда все. Я не знаю, я надеюсь, мы соберем все кусочки, и на нас никто не нападет. Но мало ли. Всякое ж бывает. Очень мрачное помещение. Никто там не стоит? Никто. Так, 5. Фух, последний кусок, и что-то произойдет. Вот я ручаюсь вам. Что-нибудь сейчас произойдет. И что, ничего не произошло, серьезно? Как-то даже странно. Было бы логично, если бы сейчас там что-нибудь на складе рухнуло, эта бабка бы за нами снова погналась и так далее. Окей. А, 0. Так, стоп. Очистить. 0. 9. 11. Коррект! Ура! Но я боюсь туда идти. Ну вы же понимаете сами, да? Я надеюсь, мы не просто так эти куски собирали. Капец, там темно как впереди. Вашу мать, сэр. Ну ладно, идем. А, тут стена. Так, еще переход. Заяц, падла. Ты что-то знаешь. Мне кажется, ты что-то знаешь. Ты тут не просто так сидишь. Так, там бабуля не стоит где-нибудь? Надеюсь, что нет. Так, с зайцем интерактировать нельзя. Заяц это просто такая местная декорация. Жутковатый заяц, кстати. Так, дверца. Че? Я постучал? Или мне показалось, или это мне постучали? Не-не-не-не-не-не-не. Так. Закрыто. Очень интересно. Заяц. Что делать? Так, у меня же тут нет никакого инвентаря там. Ничего. Так, я могу пойти назад. За каким-то чертом. Но не знаю зачем. Назад мне, по-моему, не надо. Заяц. В чем дело? В чем дело? Расскажи мне. Так. Ну, у меня нет никакого инвентаря. Подсказка. Можно подсказку? А, это вот секунды тыкают. Ну, ладно. Попробую сам разобраться. Дверь закрыта. Туда я выйти не могу, но мне, судя по всему, туда. Окей. Постучать могу? Тук-тук там? Ну, потому что, по-моему, постучали, когда мы зашли. Или мне показалось? Я, конечно, надеюсь, что мне это не показалось. Так, тут у нас коробка, картотеки. Нет, здесь ничего нет. Это мы возвращаемся в комнату. Окей. Телек. У телека потекло что-то. Так, ну здесь ничего нет. Здесь мы просто открыли. И все. Мне кажется, что-то надо сделать с записками. С записками. Но как это сделать? Я ни с чем не могу интерактировать. Стул в стенку. Можно сесть, отдохнуть, посмотреть на прекрасную стену. И чё вот? На стол я не могу. Там положить что-то или... Инвентаря нет.
Войдите в узкую комнату с мягкой игрушкой, посмотрите в дверь за окном. Прямо напротив двери ты увидишь записку. О, да ладно. А, точно. Обалдеть, а я так близко не подходил. Can I see him? Могу я его увидеть? Кто там? Никого нет дома. Зайдите позже. Я вам говорю, зайдите позже. Ёб твою мать! Ты чё делаешь? Дебошир! Совсем, что ли? Я сейчас милицию вызову. Шо нахер? Кажется, все. Да, отлично. Забрать этот кусочек мы не можем. Слышь, заяц. Ты это... Давай-ка мне тут не это, хорошо? Валим отсюда. Валим. Так, дверь сейчас как захлопнется. Со страху. Нет, не... Чё? Мне кажется, или я там ее видел? Да, по-моему. Но мелькает она вон. Видите? Или это может глюк текстуры, я не знаю. А, короче, бежим отсюда. А, что? В смысле? В смысле? Я хочу в эту дверь. Нельзя, видимо. Мне кажется, надо... Вот, мне кажется, сейчас надо вот туда посмотреть. Типа в щелку, вон она. Вон она. Да, и она сейчас как сюда кинется нахрен, я обосрусь. Я тебя вижу, бабуля. А че так моргаешь? Ладно, все, бежим отсюда. Мне кажется, я сделал все, что нужно. Нет? А че надо сделать-то? Я на нее посмотрел. Я ее видел. Бабуля, привет. Нет, нахер. Я не буду подходить. Чем ближе я подхожу, тем больше она у меня на экране потом будет, и я как обделаюсь. Ну так а что, долго мне на тебя смотреть-то? Ну ладно, давайте посмотрим. Почему нет? Вполне себе симпатичная женщина. А, все, я думал, вот она кончилась, и все, можно идти. Ну так и что дальше-то? Ку-ку, я тебя видел. Все, можешь не прятаться. Дверь закрыть. Нет. Может, сейчас открылась? Нет. Что такое-то? Прям подойти надо, наверное, все-таки. Фу, ладно. Ку-ку, бабуля. Не хочу смотреть, не хочу смотреть, не хочу смотреть. А, я не смотрю. О, она перестала моргать. Я закрыл глаза. А, я не смотрю, что там? Что там? Напишите в комментах. О, она пропала. А-а-а! Она идет сюда. Вы слышали стук? Шаги. Были шаги. Это был не я. Дверь открылась. Кто-то идет. Ёб твою мать. Мне хана. Мне хана, меня съели. Если выключить фонарь, а потом включить, эта тварь окажется передо мной и будет страшно. Нет. Рычит где-то, слышите? Так, там дверка не открывается, нет? Нет. Твою мать. Вот неужели мне сейчас туда, а? Ой, я так не хочу это делать. Фу, яйца в кулак. Женщина, что там происходит? Дискотека какая-то. Дискотека. Дискотека. Что происходит? Там цветное кино какое-то показывают. Что это? Надо дождаться, пока вот эта цветомузыка кончится.
Блин, я в таком напряжении сижу. Вообще капец, у меня сейчас булки треснут. Что это вот? Что? Похоже на дорогу на какую-то или еще что-то. И что делать-то? И? Ну? Что делать-то? Дверь не открывается. А, во, можно дальше идти. Все, блин. Ладно. Так. Я надеюсь, это все так моргает. Блин, я думал, это просто коридор, а это распутье. Три двери. Типа, выбирай. Сюда нельзя. Так. А, там свет погас. У этой. Вот сюда, прямо, наверное. Нет. Сука. Ой-ой-ой-ой. Чё за нагнетание пошло? И здесь нет. А? Сейчас везде свет погаснет. Твою мать. Не выключайся, пожалуйста. Прошу тебя. Ты единственный лучик света в моем подвале в этом. Все. Кабзда. Я спрятался, меня нет, я в домике. А-а-а! Твою мать! Пожалуйста, не беги на меня. Я тебя очень прошу. Сука! Я так и знал. Я так и знал. Блять. Ёб твою мать. Я еще увеличил специально же. Ёшкин крот. Блин. Так, что-то мы в какой-то дом попали, походу. Что это за дом? Бабка, конечно, ты капец дикая. Это мы типа дома, да? Так, вон какое-то письмецо. Couple brutally murdered. Кто-то там, короче, очень брутально убит. Непонятно кто. Рубашка, это мы, наверное, дома. Джеймс, надеюсь, ты в порядке. Кажется, тебе было больно. Хорошие новости, эта комната относительно безопасна. У меня есть для тебя и другие хорошие новости. Ты окунешься в воспоминания о своем раннем детстве. В основном тебя растила бабушка. Большая часть твоих воспоминаний нашла выражение в виде дневниковых записей. Внимательно прочти их, они выражают твои мысли и эмоции в то время. Вероятно, ты думал, что навсегда застрянешь в том плохо освещенном жутком офисе. По крайней мере, теперь интерьер сменился. Да, интерьер похер, главное, чтобы бабка сменилась. Нередко подвал Бога принимает необычные формы. Чем больше ты вспомнишь о своем детстве, тем более жуткие вещи ты увидишь. Ну и нахер мне это надо? Помнишь, я просил тебя игнорировать все необычное? Необычное. Что ж, это была просто шутка, сказанная по определенной причине. Да ты издеваешься надо мной. Единственной причиной этой шутки было мое желание напугать тебя. Это было забавно. Наверное, стоит закруглиться с этим монологом. Продолжай изучать свое прошлое. И последнее. Удачи. Вот мужик, ты козел. Я с самого начала знал, что ты козел. Пошел ты. Напугать он меня хотел. Козлина. Ну, что поделать? Теперь мы вот в домике, он правильно сказал, хотя бы интерьер сменился. Чё? Глубокая психология. На бумажке ничего нет. В комнате особо тоже, походу, смотреть не на что. Самое страшное, что он сказал, что чем больше мы вспомним, тем страшнее вещи мы будем видеть. Окей. Что ты такое? Бумажка.
Жестокое преступление произошло в тихом пригороде в эти выходные. Две жертвы, Нил Янг и Сара Янг, были жестоко заколоты неизвестным. У погибшей пары остался новорожденный сын. Полиция не имеет зацепок по этому делу, однако сообщается, что преступник нанес каждой жертве более 30 ударов ножом, в результате чего тела были изувечены до неузнаваемости. Местное сообщество шокировано этим жестоким преступлением. Это его родителей убили, ну, от нашего главного героя, и поэтому он сказал, что его в основном растила бабушка. А, вот почему, я-то думал, а какого черта меня эта тварь преследует тогда? Она ж типа бабушка? Наверное. Бабуля, выпусти меня, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Футболочки, тряпочки, джинсики, яблочки. Надо похрустеть. Понятно. Что нихера непонятно, кто что пролил на нее. Опа. Ты слышишь белый шум? Звук тишины. Здесь же ничего не было. Что за магия? Он все громче становится, или мне кажется? Это довольно жутко. Ладно, давайте на этом закончим. Мне этой бабки хватило на сегодня. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте обязательно. И увидимся с вами в следующих сериях God's Basement. Пока-пока.